Мы партнеры из детства, и я на твоей стороне. А по прокону, когда ставишь посуду куда-то, сейчас уже ты в горе. В горе? Так это получается негде ставить, да? В один раз там, где нет столы или еще что-то. А сейчас ты выкинул. Именно. В следующий раз хочу подстричься. Кто это такие? Без понятия. Есть идея. Боюсь, вы не в курсе. Мы новые хозяева. Чувствую, что даже мне не по себе. Кажется, мы перебили их. Ага, они тупее, что они не знают наши способности. Короче, пойдем сюда. Пойдем. Снюзи, я буду любить тебя, но я... Ну помни, я не могу быть с тобой. Потому что я стану зомби, прощай. Увидимся. Еще. Привет, котеночек. Я скучал по тебе, и я вспомнила об тебе. Что вы делаете нашу кисе? Ну, вообще-то, это не ваш, а Ильи, потому что он создатель дронов. Боюсь, я не в курсе. Это я возьму. И в общем, надо показать урок. Давай. Позабавимся. Есть идея у тебя? Есть. Газики. Пускай. Ну, кажется, уже из газиков покончен. Ага. А сейчас самое время спасать синего Ульи. Короче, погнали. Круто ты придумал. Ага, я старался, который ей это сделал. Типа похитить ее. А я вообще... гений. Гений надумай себя, так и не на себя, а тупой себе. Снова они. Газики хорошо, а газики смеха нет. Вроде перебили их. Ага. Ну зато прикольно, как я его газиком сделал. А другой ты его вырубил. После этого мы начали драться с бандитами, которые они нас задержали. Но сейчас мы смогли победить этих бандитов. Но еще мы спасли синего Узи.
которые она любила свою Илью. А сейчас что-то сильное, жесткое. Дамы и господа, встречайте непобедимому, несокрушимому, самого сильного, Маска Мускулс. У Алексея есть контракт мой, но не моя карьера. И никто меня не унизит. Как вы думаете? Друзья навсегда.